Ну и погром ты устроила, Сара. Уже жалеешь, что вернул меня? Не-а. Я слышала, что случилось с твоим другом Тайкусом. Мне жаль. Он сделал свой выбор, а я свой. Может, стоило дать ему убить меня? Королева клинков погубила миллионы. Сара, это была не ты. Нужно забыть о прошлом и выбираться отсюда. Я соберусь и буду ждать тебя здесь через час. Мне нравится это предложение. Мой корабль готов. Мы можем лететь прямо сейчас. Жди, я скоро буду. Войска Доминиона в секторах 3, 4 и 6. Сара. Полная эвакуация персонала. Это Нова. Обыскать все. Найти Керриган. Отряд Браво. Принято. Пока Менгск жив, будет литься кровь. Он заплатит за все. Хватит, милая. Возьми себя в руки. Группа Браво, ответьте. Браво, прием. Все подразделения в сектор 6. Быстрее. Нужно идти. Давно это было. Такое не забывается. Да уж, это точно. Джим, вы меня слышите? Мы слышим тебя. Я рад, что вы живы, Керриган. К сожалению, мы отрезаны от вас. Вам придется самим пробиться через лабораторию к транспортной станции. Оттуда вы доберетесь до корабля Джима. Ясно. Мы справимся. Готово к бою. Снова в седле. Вперед! Прочесываю территорию. Иду. Хорошо. Мы на одной волне. Мародер. Я обезврежу его с помощью кинетического удара. Противник справа.
марш-бросок. Поняла. Они запечатали дверь. Надо найти другой путь. Иду. За дело. Марш-бросок. Хорошо. Группа захвата Доминиона! Нам нужна помощь! Мы на одной волне. За дело. Иду. Рейнер, Керриган, у этого терминала можно получить медицинскую помощь и восстановить энергию. Удачи вам, а я постараюсь выбраться. Похоже, эта штуковина больше нас не полечит. Хорошо. Мы на одной волне. Иду. Понял? Тупик. Идем обратно. Марш-бросок. Мы на одной волне. За дело. Продвигаюсь к цели. Прочесываю территорию. Марш-бросок. Тут тоже нет выхода. Марш-бросок. Эти морпехи будто нарочно сгрудились для сокрушительной хватки. Поняла. За дело. Продвигаюсь к цели. Чисто! Вперед! Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Десантирование групп захвата продолжается. Доминионцы. Марш-бросок. Иду. Поняла. Куда это они все? Неважно. У нас своя цель. Мы на одной волне. Поняла. Прочесываю территорию. Хорошо. Продвигаюсь к цели. Хорошо. Иду. Мы почти добрались до станции. Оттуда мы попадем прямиком к шаттлу. Коридор завален. К транспорту вам нужно будет пробиваться через нижний уровень. Марш-бросок. Иду. Валериан, прием. Главный коридор завален. Ты можешь открыть боковой проход А-12? Могу, но будьте наготове, там вырвавшиеся подопытные зерги. Не думаю, что мне стоит снова контролировать их. Я не буду просить тебя об этом. Мы справимся. До открытия двери 3 секунды. 2, 1. Сколько зерглингов! Хорошо. Мы на одной волне. Керриган, мои люди получили контроль над системой безопасности. Мы начинаем изоляцию комплекса. Не осложняй всем жизнь. Сдавайся уже. Прочесываю территорию. Они хотят закрыть нас тут. Скорее, милая! Мы должны добраться до той двери. Пробегаешь к цели. Поняла. За дело.
Прочесываю территорию. Иду. Марш-бросок. Продвигаюсь к цели. Поняла. За дело. Иду. Продвигаюсь к цели. За дело. Мы на одной волне. Марш-бросок. Хорошо. Прочесываю территорию. Мы на одной волне. Поняла. Все как в старые добрые времена. Ну, я немного посидел. Я промолчу про свою прическу. Да уж. Мы успели. Продвигаюсь к цели. За дело. Поняла. Хорошо. Продвигаюсь к цели. Иду. Продвигаюсь к цели. Не останавливайтесь. Они вот-вот запечатают лабораторию. Хорошо. Поняла. Мы на одной волне. Прочесываю территорию. Ага, ультралиск. Посмотрим, как он держит кинетический удар. Мы на одной волне. Иду. Тут черти что творится. Нам приходилось проходить и через худшее. Вижу цель. Керриган и Рейнар обнаружены. Хорошо. Продвигаюсь к цели. За дело. Дьявол! Сколько же здесь зергов? Да, наверное, слегка перестаралась. Марш-бросок. Иду. Надо уничтожить завалы. Мы должны добраться до той двери. Территорию. Мы на одной волне. За дело. Успели. Ты удивлен? Не останавливайтесь. От станции вас отделяет только одна дверь. Поняла. Прочесываю территорию. Продвигаюсь к цели. Я вступила в бой с противником. В следующей комнате доминионцы. Я чувствую их. Хорошо. Будет жарко. В комнате есть клетки с зергами. Мы можем открыть их с помощью этой консоли. Или можно включить подачу ядовитого газа. Какого черта? Кто открыл клетки? Теперь нам нужно расправиться с этими зергами. По крайней мере, шансы сравнялись. Вперед! Прочесываю территорию. Продвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Хорошо. Поняла. Иду. За дело. Поняла. Марш-бросок.
Проходила. Мы вовремя. Транспорт вот-вот уйдет. Джим, мы отступаем. Я на пути к Гипериону. Хорошо, Валериан. Дай нам знать, когда доберешься до корабля. Остались только мы с тобой, Джим. Вперед. Прочесываю территорию. Войска Доминиона прорвались в тоннель! Форма набирает скорость. Держитесь за поручни, ребята! Поняла. Мы на одной волне. Поняла. Хорошо. Ручкой. Пока мы не доберемся до космопорта, мы будем как на ладони. Поняла. Прочесываю территорию. Марш, бросок. Прочесываю территорию. Иду. Марш, бросок. Я вижу космопорт. Мы почти у цели. Дело. Осадный танк. Я обезврежу его кинетическим ударом. Иду. Прочесываю территорию. Хорошо. За дело. Доминионцы разворачивают в космопорте какую-то тяжелую технику. Вперед! Мы должны сдерживать их, пока не закончится эвакуация. Мы почти на месте. За ними, к космопорту. Хорошо. Прочесываю территорию. Выдвигаюсь к цели. Мы на одной волне. Марш-бросок. Мы на одной волне. Поняла. За дело.
на месте. Космопорт под контролем. Войска Доминиона, вперед! Джин, Архангел преграждает нам дорогу к шаттлу. Джин! Черт, Сара, продержись немного, а я поищу другой путь. Поторопись, а то я обломаю эти железяки крылья без тебя. Ступай, убой! Хорошо. Иду. Мы на одной волне. Цель выбрана. Сбросить капсулы. Продвигаюсь к цели. Ваш бросок. Поняла. Самое время использовать кинетический удар. Хорошо. Высадка десанта! Поняла. Прочесываю территорию. Марш, бросок. За дело. Иду. Продвигаюсь к цели. За дело. На одной волне. Хорошо. Марш, бросок. Иду. Продвигаюсь к цели. Джим, торопись. Скоро тут будут еще доминионцы. Сара, я не могу добраться до тебя. Бери мой корабль и улетай. Мы только что снова нашли друг друга. Я тебя здесь не оставлю. Рейнер, Керриган, я на Гиперионе. Мы направляемся к месту встречи. Что там у вас? Керриган возьмет мой корабль. Мне нужна эвакуация. Понял. Высылаю за тобой отряд. Не облажайся, Валериан. Керриган, встретимся в условленном месте. И прости, что не послушал тебя раньше. Слишком поздно просить прощения, Валериан. Джим, я возьму твой корабль. Но если тебя убьют, между нами все кончено. Да, мэм, понял. Джим, доминионских кораблей все больше. Гиперион под сильным обстрелом. Моим людям не пробиться к вам. Ясно. Веди Гиперион к месту встречи. Я найду способ выбраться. Хорошо. Удачи. Нова. Так-так. Джим Рейнер. Ты помог мне разобраться с Тошем, и я это ценю. Но дружба дружбой, а служба службой. Рассчитываешь получить повышение, куколка? Джим? Джим? Где Джим? Нам не удалось вытащить его. Валериан.
Ты держал нас там слишком долго. Хватит! Сара, отпусти его. Валерия на нашей стороне. Нам не по пути. Капитан, вражеские корабли. Внутри периметра. Звенья 3-9. Доложить обстановку. Пробоина в корпусе. 7-й отсек. Маневр Дельта-4. Всем готовиться к прыжку. Мы останемся здесь, пока я не увижу Джима. Энергия щитов 30%. Флот Доминиона, говорит Гиперион. Прекратите огонь! У нас на борту принц Валериан. Мой отец пожертвует любой фигурой, чтобы взять королеву. Нужно прыгать сейчас. Мы оторвемся от них и вернемся за Джимом. Керриган, мы должны действовать сообща. Делай, что хочешь. Я найду Джима. Керриган, перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засек многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждет теплая встреча. Сканирование поверхности. Обнаружены войска Доминиона и улей зергов. Да, тут должен был остаться старый улей. Меня больше волнуют доминионцы. Земля — это воздух. Доложите обстановку. Воздух! Мы развернули базу и скоро подготовим дракенскую импульсную пушку. Нас понял. Сбивайте все оставшиеся корабли, которые выйдут из-под пространства в этой области. До связи. Отбой. Эта пушка испепелит корабль Джима, как только тот появится на орбите. Джим даже не успеет понять, что произошло. Курс на улей зергов. Мне нужна армия. Я чувствую присутствие разума, который управляет этой стаей. Кто ты? Моя королева, меня зовут Нактул. Я одна из матерей стаи. Ты создала нас, чтобы эффективнее управлять роем. Теперь ты вернулась к нам? Я не возвращалась, я не твоя королева. Но чтобы уничтожить пушку тиранов, мне нужна твоя стая. Прямо сейчас. Большая часть стаи сейчас со мной, но прежде чем подкрепление доберется до тебя, пройдет время. Высылай. Мы должны уничтожить эту пушку до прибытия Джима. Тем временем я приготовлю этот улей к битве. Доминионцы, скорее всего, уже выследили мой корабль. Они ищут меня.